Всем привет, меня зовут Артем Шалдовицкий. Сегодня мы находимся в батутном зале. И самое время начинать готовиться к сезону, потому что зима уже не за горами. Сегодня мы начнем изучение самого простейшего. Мы рассмотрим прямой вылет, рассмотрим прямой прыжок с мед-грэбом. Ну что, поехали. Сегодня я расскажу о самом простом и базовом прыжке, которым нужно обязательно овладеть перед тем, как учиться делать трюки на трамплинах. Это straight air, то есть прямой прыжок. Он заключается в том, что вам нужно разогнаться, ехать на трамплин прямо четко посередине трамплина, немножко присев. А на конце кикера вам нужно вытолкнуться и поджать ноги к себе, смотреть вперед, куда вы летите, искать приземление взглядом. И перед приземлением выпрямить ноги, приземлиться и сарматизировать, сгибая колени на приземлении. Вот, трюк довольно простой, но им нужно обязательно овладеть. Следующей ступенью овладения этого трюка, straight air, может быть straight air с любым грэбом. Инди, мелон, тейл, ноуз, без разницы. А сегодня я расскажу вам, как сделать метод грэб. Он заключается в том, что вам нужно вылететь прямо, взять melon grab, это передней рукой, взять между креплений доску и развернуть ее на 90 градусов, вытянув вперед, скользя к доске. Вы подъезжаете, присаживаетесь, выталкиваетесь с конца кикера, берете melon grab и разворачиваете доску, после чего вы смотрите всегда на приземление, отпуская грэб, разворачиваете доску обратно, приземляетесь и амортизируете приземление сгибанием коленей.